Криптоиндустрия прочно входит в нашу жизнь, охватывая все больше ее сфер. Новые интернет-технологии способствовали развитию криптографического рынка. Не секрет, что мы с вами стоим на пороге больших перемен, которые происходят в мире информационных технологий. Электронная коммерция стремительно развивается, появляется все больше компаний, которые готовы сменить традиционные наземные магазины на более современные онлайн-решения. Но существует ряд проблем, которые не позволяют пользователям легко и безопасно покупать товары в интернете. Централизованные сервисы не дают возможности корректно и быстро отчитываться за свои покупки. Приходится искать посредников, платить комиссионные. Все это связано с огромными временными и финансовыми затратами. Децентрализованная платформа Araf Token является уникальным решением для электронной коммерции. Сервис идеально подходит для быстрых и безопасных платежей. Araf Token – это уникальная торговая платформа, которая основана на блокчейне. Это позволяет покупателям выполнять необходимые транзакции без лишних опасений. Мошенники не смогут завладеть внутренней информацией, которая расположена внутри смарт-контрактов. Создание уникального, универсального электронного кошелька, который будет использоваться для выполнения всех необходимых транзакций. Максимально оперативные платежи позволят пользователям существенно сэкономить свое время. Пользователи Araf Token, которые будут регулярно покупать определенные товары, используя для этого внутреннюю валюту ресурса, смогут рассчитывать на приличный кэшбэк. Такая система поощрений нацелена на привлечение новых клиентов. Нет потребности в специальных знаниях или навыках, чтобы начать использование Araf Token. Основной целью разработчиков является внедрение уникального мобильного кошелька. Он будет интегрирован в децентрализованную платформу, чтобы дать пользователям возможность оперативно работать с криптовалютными активами. Создатели Araf Token уверены в том, что такой подход позволит привлечь новых клиентов, а в данном кошельке будет собственный внутренний обменник и возможность следить за курсами криптовалют. Токен Araf позволит постоянным клиентам участвовать в быстро расширяющемся мире криптовалют, принося выгоду всем вовлеченным сторонам. Ключевыми факторами является легкость принятия для клиента, поскольку схемы вознаграждения уже являются общими. Araf – это токен, разработанный специально для глобального рынка электронной коммерции. Araf работает как единое вознаграждение, а также как способ оплаты как в интернет-магазинах, так и в торговых точках. Детали ICO. Символ токена Araf. Платформа Ethereum TPRC20. Платить через эфир. Стартовая цена 1 Araf – 1 цент. Softcap – 2 миллиона долларов. Hardcap – 25 миллионов долларов. На этом все. Все важные ссылки и детали ICO снизу под видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.